А теперь перейдем к демонстрации силы, силы таланта учащихся и выпускников института имени Шнитке. Естественно, наш сегодняшний концерт, приношение юбилею института, будет и открываться, и завершаться музыкой Альфреда Шнитке. Итак, сейчас прозвучит его импровизация и фуга. Это произведение создано в 1965 году, большая концертная пьеса, и она представляет собой синтез формы фуги, серийной техники и элементов джазовой импровизации, что отражает тот этап творчества композитора. Исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов Дарья Естржемская.